Погода сегодня просто супер, просто шикос, шикардос. Голубихи тут гуляют, хлебушек жуют. Ой, просто ферма цветочная. Короче, я ходила в Ламоду, примеряла лосины от Анастасии Мироновой. Ее популярные, прекрасные, чудесные, распиаренные, потому что хотела давно. Не лосины, правда, велосипедки. Заказала у девочки на Авито, потому что на сайте не было их уже давно. И моего размера тоже, в принципе. Короче, лосины, ну, такое себе качество, если честно. Конкретно у этих велосипедов, которые я мерила, ну, чисто вот у меня с шин были велосипедки абсолютно такие же по качеству, а стоили они 300 рублей. А это с рук 3000, а на сайте вообще там чуть 5 или 8. Вообще своих денег не стоило, надеюсь, что лосины будут намного лучше. И, короче, я не стала их забирать. Я еще не завтракала сегодня, только кофе пила с молоком, когда купалась. Время у нас уже 3 часа дня, я хуярю в спортзал. Ой, иду в спортзал, извините. Решила поменять спортзал. У меня после гормонального сбоя, мне кажется, я буду еще в каждом видео месяц говорить, что у меня гормональный сбой. Короче, нарушилось все. И все началось на несколько дней раньше. Поэтому мне нужно как-то снизить активность тренировок. Сегодня иду чисто на кардио. И решила поменять спортзал. Поэтому завтра тоже иду чисто на кардио. Но уже в другой спортивный зал. Вот так, все, девочки, пошла заниматься. Не знаю, что-то не поделили девочки. Все, я домой готовить суп. Это моя уже вторая попытка приготовить яйцо пашот. Первое у меня вообще разлилось. Второе, не знаю. О, прелесть. Ну, должно было быть эстетик, но что-то не эстетик. В общем, авокадо, красная рыба, два яйца пашот. Тарелочка салата, руккола, салат черри, сыр фета, семечки, заправка какая-то, не помню, как она называется. Ну, короче, какая-то заправка, оливковое масло, прелесть. Иди раздевайся. А что ты собралась делать? Так винный суп. Ты винный суп, да? Он будет вкусный, правда. Точно? Абсолютно. Ты не будет вкусный, правда, делать? Он будет, правда, вкусный. Ну, если не будет вкусно, то я сейчас... Ты сам... пошел ты нахуй, да? Ну, типа. Ну, я сейчас еще эти фрикадельки сделаю. Да, делай суп свой, делай. Так и фрикадельки тоже будут. Я все приготовила. Убирать я сегодня уже не буду. Все, сил моих нет. Я очень устала. Сейчас покажу вам свои кулинарные шедевры. В общем, тыквенный крем-суп. С семечками будет выглядеть намного лучше, намного аппетитнее. Но он шикарный, я уверена. Здесь у меня картошечка с зеленью и грибами. Саша так захотела с грибами. Не знаю зачем, потому что у нас вот еще тут фрикадельки в сливках тоже с грибами. Ну ладно, ничего страшного. Овощей много, в принципе, не бывает. В общем, вот такое вот у нас. Еще, короче, я жду сегодня курьера из Золотого Яблока. Заказала себе термальную воду в спрее и свою любимую маску от Uriage Thermal. По-моему, так называется бренд, не знаю. Я не очень люблю ночные маски вообще, в принципе. Но это одна из моих самых любимых. Я попробовала года 4 назад в каком-то бьюти-боксе. И все, наша любовь просто началась, и все. Но я ее не покупала никогда в полноразмере, потому что мне казалось, что слишком дорого, а сейчас я понимаю, что вообще нифига не дорого. Еще я в самокате заказала себе вот такой гель для умывания со шпинатом и вот такой вот с, по-моему, грейпфрутом. Вот этот розовый комплекс снимает воспаление, придает сияние, салициловая кислота есть в составе, цинк и аллантаин. Комплекс из гидролатов.
Короче, успокаивает, увлажняет, очищает, отшелушивает и придает сияние. Ее я взяла на вечер. Вот эту я взяла на утро, потому что она более нейтральная. Защищает от раннего старения, успокаивает кожу. Гидролат зеленого чая освежает, матирует и снимает воспаление. Пантенол и бетаин увлажняют и смягчают. Короче, мне показалось, что на два раза в день это будет слишком агрессивно, поэтому буду пользоваться двумя. Сейчас я буду смывать макияж. Делаю я это обычно вот таким вот гидрофильным бальзамом от бренда Beauty Bay. Все, ему уже почти пора закончиться, у него уже срок подходит к концу. Буду сейчас смывать макияж, умоюсь умывашкой и буду ждать курьера, потому что хочу сделать ночную масочку. Распаковочка. Ой, большая. Надеюсь, что она будет классная. Мне нравится, что она такая, типа, под давлением. Поэтому будет очень мелкое распыление. Она маленькая. Я думала, что она прям большая. Мне почему-то казалось, что она прям большая. Так, сейчас проверяем, та ли это маска, потому что у меня почему-то есть подозрение, что это может быть даже не... Нет, все в порядке. Она такого очень приятного цвета. Невероятно. Сейчас же ей намажусь. Не знаю, насколько мне ее хватит, но я надеюсь, что надолго. Хотя бы на месяц. Хотя, в принципе, я, по-моему, взяла рублей за 500. Можно и две такие на месяц покупать. С момента вскрытия банки срок всего 9 месяцев. То есть за 9 месяцев мне ее нужно израсходовать. Срок годности – это срок годности. Он обычно прописывается на упаковке. Вот здесь, например, написано, что до 02.25. Но если вы ее уже открыли, вот на вот эту вот штучку нужно ориентироваться, где написано, где нарисована баночка открытая, и должно быть написано там какая-то цифра М, типа 12М, 14М, 16М, 9М. В этом случае 9 месяцев с момента вскрытия упаковки. Пусть впитывается. Сок сними. Ой, девочки, умираю, как красиво, боже, боже, а там еще дерево, такое же красивое, вау, прелесть. А чтобы снимать, всякое красивое. Ой, ну вообще красота. Ознакомление с краснодарскими деревьями, девочки, я считаю, произошли успешно. Ой, какая красивая! Серая голубиха! Вау. Вика 26 годиков. Но она правда красивая, что я могу сделать? Просто как бы, чтобы вы понимали, я эту тележку заказала специально для того, чтобы ставить на нее косметичку и убирать под стол, чтобы косметика тупо не валялась на столе и не мешалась никому, потому что крашусь я в основном на кухне. И я специально замеряла по сантиметрам вот отсюда, то есть от вот этой части до самого низа, и выбирала тумбочку по длине. Вместе с колесиком задавала вопрос, сколько она будет по длине. Здесь у меня 65 сантиметров. Мне сказали, что вот эта штука вместе с колесиками 63 сантиметра в высоту. Вопрос. Я, конечно, могу убрать вот эту вот часть одну и оставить только эту, ставить все сюда, но мне так будет не очень удобно. Они мне как предлагают вот так это сделать? А, подождите, а как? Короче, у меня очень много вопросов и очень мало ответов.
Также хочу немножко разобрать свою косметичку, может быть, даже что-то показать вам. У меня есть видео про мою косметичку, я его выкладывала на канале в прошлом году осенью, подсказку я на него оставлю. Если вы не пользуетесь подсказками, то картинку этого видео, обложку я вам тоже сюда прикреплю. И просто хочу немножко разобрать свою косметичку, что-то убрать, что-то оставить, как-то рассортировать и избавиться, может быть, от лишнего. Коробка от румян мне здесь не нужна. Румяна я здесь оставлю. Мой BB-крем, я им пользуюсь активно. Этот бронзер, пудру. Палетку я тоже использую часто. И эту тоже. SPF оставлю. Тушь оставлю. Контур стик оставляю. Румяна BMG такой же оставляю. Базу оставлю. Тоник я уберу. Это строп-крем от MAC. Я им пользуюсь очень редко, но сейчас наступит лето. Я его тоже пока оставлю. Этот праймер я оставляю. Базу под тени от Сережи Наумова. Это вообще для волос, что она здесь делает. Пудру я хочу вообще продать. И как-то, я не знаю, что-то у меня не складывается с ней. Вообще никакая дружба. Ну, как-то она как будто мне, не знаю, не подходит. От нее чехольчик. Приведу ее в чистый, аккуратный вид и выставлю, наверное, на продажу. Сначала в свой Second Beauty Hand. Вы можете туда заглянуть, поддержать меня покупкой. Я буду очень вам рада, потому что дарить косметики вторую жизнь, это очень классно. Не понимаю людей, которые осуждают тех, кто перепродает косметику, которую там, не знаю, свотчили, которые пользовались. Особенно если сроки годности в порядке. Есть такая штука, как дезинфекция. Ее можно продезинфицировать и спокойно продать тому, кто действительно ей будет пользоваться. Ну просто, типа, что вы предлагаете? Пользоваться тем, что не нравится, или просто выбросить? Или такие люди считают, что если ее кому-то отдать бесплатно, то это норм? И не важно, что она использована, а продать не норм, потому что она использована. Какие-то двойные стандарты, как по мне. Я ничего не имею против перепокупки с рук и сама покупаю некоторые вещи. Я вообще не брезгливый человек. Ну и вдобавок ко всему, в магазине тоже кто-то примеряет одежду перед тем, как я ее тоже примерю. Как бы тестеры в магазине тоже очень часто люди используют, хотя они еще более грязные. И вообще, в принципе, их никто не дезинфицирует. Так что, не знаю, палка в двух концах. Бронзер этот я тоже оставлю, я пользуюсь активно сейчас обоими бронзерами. Румяна оставляю. Этот крем, не знаю, как-то, что он вообще здесь делает. Фиксатора здесь осталось немножко, я его добью и уберу. Мыло для чистки кистей вообще, что здесь делает, убираю. Тинтом для губ этим я пользуюсь очень редко, но пока ладно, пусть будет. Блеском для губ пользуюсь активно, этим тинтом не пользуюсь в принципе. Консилеры, которые пора добить. Пользуюсь ими всеми по настроению, потому что они все разные по плотности, оставлю. Румянами пользуюсь этими. Это хочу добить, тут уже осталось хрен да ни хрена. Пигментами от Tami Tanuki тоже пользуюсь регулярно, оставлю их. Бальзам для губ тоже, блин, надо его добить, мне кажется. Пора активненько им пользоваться, а то у него уже запашок появился. Блеск от Fenty оставляю. Капли для глаз мои. Гель для бровей от Benefit, он уже почти закончился, я его уже почти добила. Тушь от Наумова новая. Карандаш для бровей. Все, он сказал пока. Пора его в пустые баночки добавлять. Гель от Pussy мне вообще не нравится. Я куплю себе гель для бровей. Суперфиксацию Люкс Визаж. И его просто, я не знаю, куда его дену. Потому что мне вообще не нравится. Выброшу, наверное. Помада от Gucci моя. Еще пользуюсь периодически. Маркер для бровей пользуюсь. Блестки от Chupa Chups уже почти закончились. Высохли. Точнее, не закончились, а высохли. Ну, еще чуть-чуть есть, тоже пользуюсь под настроение. Тон Шака-Шака от Vivienne Sabo мне как будто бы не очень подошел. Не знаю, его здесь осталось прямо на донышке, добью или использую еще один раз, наверное, если будет настроение, выброшу. Базу под тени оставлю. Праймер оставляю. От этого я избавляюсь, мне вообще не понравился. Тоже выставлю его, наверное, в свой секонд. Ну, я его использовала буквально один раз на коже, и вот один раз сейчас, чтобы вам показать на видео. Типа, он, конечно, даже не, вам даже не видно. Вот так видно. Он, конечно, прикольный, прикольно сияет такой у него, блик классный. Но не моя история вообще. Контуринг от Chic. Что-то я им вообще практически не пользуюсь. Попробую пару раз еще попользуюсь. Если не зайдет, я его выведу из своей косметички. Консилер еще один, господи, сколько у меня консилеров. Праймер для век. Его нужно протереть, помыть, потому что он, сам флакончик запачканный. Но в целом хороший продукт, но я им вообще не пользуюсь, продам. Карандаши для губ Chic, LA и Vivienne Sabo. Сейчас активно начала пользоваться карандашами в растушевочной технике. То есть я беру кисть, так вот возюкаю по карандашу и наношу на губы прям легким вуальным способом, потому что мне не нравится четкий контур. А тушевать контур на губах мне тоже не нравится, поэтому пользуюсь ими.
Huda Beauty. О, нифига, она ожила. Я думала, что она высохла, ей кобзда. А, ну она высохла, ей кобзда. После баночки ее уберу. Каял от Maybelline не пользуюсь вообще. Линза, которую я искала, супер. Заколка здесь вообще зачем? Точилка, ладно, окей, карандаш сейчас заточу. Еще одни блестки от Chupa Chups. Вот они более свежие такие. Ой, классные, обожаю их. Не знаю, вам видно камера или нет, я вообще не вижу, что снимаю. Также однушка от Provergy, тоже классная вообще. Ой, она дуохромная, розовый в золотой отливает. Классная. Оставлю пока ее. Любимая румяна от Too Cool for School. Тоже оставлю, хочу добить их в этом году. Ручка зачем здесь? Тушь от Guerlain. Мне, не знаю, как-то я ее не поняла. Но я добью ее, потому что уже открыла, и плюс она маленькая. Базу эту я тоже добью. Вот этот продукт я тоже не поняла. Это типа гель для лица, хайлайтер, что? Короче, он такой какой-то липкий. Я не знаю, это база под макияж или что это вообще? Watermelon Glow неоцинамид. Короче, я про него погуглю. Это что с неоцинамидом? Может, я его все это время неправильно использовала, но советовали использовать его как базу, типа. Но у нее какой-то такой, типа, слишком липкая, чтобы быть базой. И кто-то говорил, что ее используют, типа, как хайлайтер. Я не знаю, но она прям максимально какая-то такая, типа, странный продукт. Однушки от Art Deco, тоже хочу их добить в этом году. Тут уже прям дырочка такая видна, ямочка. Это еще вообще даже как будто не тронуто. И если честно, эти продукты я оба покупала году в 2014, если вот не совру. Вот реально, 14-15 год, наверное. И они до сих пор у меня. И кремовая коррекция, Just Makeup, вообще как будто не тронуто. Очень много здесь продукта. Убирала им синячок. Сейчас не так активно им пользуюсь, но периодически пользуюсь. Косметичку нужно постирать, потому что, вот, пожалуйста, как бы рассыпались тени, и все это выглядит вот так. Но она отстирается, нормально, все будет хорошо. Все, в принципе, порядок мы в косметичке навели. Осталось ее постирать и разложить это все назад. Это не все продукты, которые есть у меня в косметичке. У меня есть еще другая косметичка, в которой лежат еще продукты. Но мы, наверное, сделаем это уже с вами не сегодня. Честно, сегодня вообще нет настроения что-либо делать, потому что у нас сломался холодильник. Я, естественно, не могу туда класть продукты, которые я планирую есть. То есть салаты всякие, сыры. Потому что, ну как бы, холодильник сломан, это все быстро портится, жухнет вообще. Поэтому мы с Сашей уже второй день питаемся приготовленной едой по типу там каких-то роллов, мини-пиц, ну роллов с курицей, там всякими овощами, мини-пиццы. Еще какая-то фигня, я себя чувствую от этого не очень хорошо, нет энергии даже в спортзал сходить, потому что, ну, как бы херню всякую ем. Есть яйца, конечно, но просто я хочу есть нормальные продукты, которые я ем всегда, и то, что я ем, сейчас не дает мне энергии, просто утоляет какой-то голод минимальный. Короче, вообще такое какое-то настроение. Плюс я перешла в новый спортзал, какие-то тренажеры для меня там еще не совсем знакомы, поэтому я хочу... Что там происходит за окном? Самое время косить газон. Я надеюсь, что вам не сильно слышно, потому что это какой-то трэш. Надеюсь, правда, вам не очень слышно, что происходит за окном. Громче говорить я правда не могу. Короче, новый спортзал, новые тренажеры. Хочу взять пробную тренировку с тренером. Ну, не пробную, а тренировку разовую с тренером, чтобы он мне показал, как работают тренажеры, какие упражнения на них можно делать, на какие группы мышц. Зал, в принципе, неплохой, хороший, светлый, но не очень большой. В момент, когда я приходила, там было 5 человек, по-моему, всего. И в будни, ну, вот так и бывает. А вечером народу много, на выходных тоже много. Но я буду ходить по интервалу, когда людей не сильно много. Поэтому буду заниматься... Сегодня встречаюсь с девочкой, с которой я познакомилась тоже то ли в Телеграм, то ли на Ютубе она мои видео видела и перешла в мой Телеграм. Она тоже из Краснодара. Короче, прикольно. Тоже сегодня сходим, попьем кофе, пообщаемся. Вы как поняли, я в последнее время очень много с кем общаюсь, знакомлюсь. Я только рада новым знакомствам в Краснодаре, потому что у меня здесь нет, по сути, никого. Я думала, что я уже в апреле отсюда перееду, но планы изменились. И я просто понимаю, что мне не хватает друзей, знакомств, общества, какого-то разнообразия в жизни, в плане людей. И поэтому с радостью знакомлюсь со всеми, когда такая возможность есть, когда у нас там совпадают интересы. Поэтому, если вы тоже из Краснодара, и вы думаете, что у нас много общего, в принципе, по моим видео вы видите мои интересы, то я с радостью с вами познакомлюсь. Пишите мне обязательно в Телеграме. Я пошла стирать косметичку и наводить порядки дальше.
Мне очень понравилась в этой книжке одна часть. Называется «Памятка нежности к себе». И в этой книге много таких. После каждой главы памятка такая есть. И в одной из таких памяток мне очень понравился 8-й пункт. Он как раз относится к критике со стороны Кейту, наверное. И хочу вам сейчас прочитать. «Не ешьте отравленное печенье. Вы имеете право без угрызений совести банить всех, кто пытается вас укусить или облить грязью. Удаляйте их комментарии без размышлений о том, насколько это противоречит их праву на свободу слова. Есть мнение «выстрел в воздух», а есть мнение «выстрел в вас». Хотите быть живыми? Не впускайте в свое пространство людей с оружием». Мне очень нравится и очень близка эта позиция, потому что я тоже считаю, что так и есть. И вы имеете полное право не принимать конструктивную критику, не принимать мое мнение, которое обычно пишут в комментариях. Ну, если вы видите, допустим, блог, или просто это какой-то токсичный человек из вашего окружения, который говорит: «Это просто мое мнение». Ну, как бы тебя это платье полнит. Тебе нужно меньше есть жиров. Тебе нужно начать считать калории. Но это мое мнение. Вы имеете полное право сказать: «Заткнись, я тебя не спрашиваю». Или если это комментарий, удалить его, даже ничего не отвечая, просто заблокировать человека, потому что это ваше право, вы не обязаны это все выслушивать. И это не является конструктивной критикой, это просто высеры, которых никто не спрашивал. Мне в комментариях как-то прилетел вопрос, и девушка потом удалила свой комментарий, когда я на него ответила. Вопрос по типу: «Почему ты принимаешь позитивные комментарии и не говоришь им, типа, вас никто не спрашивал, когда, типа, делают комплименты тебе, а когда кто-то тебе говорит: иди худей, или, типа, фу, ты жирная, ты говоришь, тебя вообще никто не спрашивал, и я не просила оценку себе». Как так? Почему? Что за двойные стандарты? Я ответила девушке, что у нас в обществе, в принципе, не считается чем-то негативным высказать человеку какой-то комплимент, и это оценка со стороны позитивная, то есть она социально одобряемая, это что-то хорошее, это не для того, чтобы укусить человека, не для того, чтобы его задеть и сделать ему плохо. Но также люди имеют полное право не принимать эти комплименты и говорить: конечно, спасибо, но не стоит, я, ну, как бы, не хочу, чтобы меня оценивали. Но обычно люди оставляют свою критику, которая критикой не является, она не конструктивна, она не обоснована, она обидная, неприятная и направлена на то, чтобы не для того, чтобы помочь человеку как-то стать лучше, хотя он этого тоже не просит, а для того, чтобы его как-то вот поддеть, задеть, подковырнуть, вот что-то как будто вот, чтобы неприятно сделать. И поэтому я говорю, что да, вот это не для того, чтобы сделать мне лучше, это для того, чтобы просто как-то меня обидеть, задеть, и просто в основном часто это является проекцией другого человека на меня, а мне, ну, как бы другие чужие проекции не нужны. Это, ну, я на себя не хочу это примерять, это не мое, это не про меня, и я этого не спрашиваю. Я комфортно живу со своими татуировками, которые у меня есть, и да, они вот такие, и да, они не обязаны всем нравиться, и это нормально, но я не прошу их оценивать, мне не интересно знать чужое мнение о моих татуировках. Если они вам нравятся, и вы хотите об этом сказать, ок, просто потому что, ну, это нормально. Вы хотите сделать другому человеку хорошо, но как вы сделаете хорошо мне тем, что скажете: «Твои татуировки ужасны, это мое мнение»? У меня это вызовет только негодование, недоумение, типа, для чего ты это говоришь? Хорошо мне от этого не станет. Мне кажется, что это стоит говорить только своим близким и только в том случае, когда они об этом вас спрашивают. И вы должны предупредить человека, что, как бы, тебе интересно мое настоящее мнение, возможно, оно тебе не понравится. Типа, ты хочешь это услышать? Если человек говорит «да», то вы можете сказать: ну, вот как-то вот так и вот так. Но вот опять же в деликатной форме. Если человек говорит, типа, нет, то вы, ну, как бы, завалите, пожалуйста, хлебало и ничего не говорите человеку, потому что он сказал «нет». И это его право. Не обязательно говорить все, что вы думаете в этот мир. Вот мое мнение, типа, всем плевать, ну, на самом деле, по факту, на ваше мнение, как и на мое мнение, всем плевать. И не надо его пытаться кому-то вбросить. Это не принесет никакого результата. Вы либо разозлите, либо расстроите человека. Я вот так считаю. Я считаю, что нужно говорить человеку только то, что вы сказали бы ему в обычной жизни. Ну, вы же не подходите к незнакомым людям на улице и говорите: капец, ну тебя и покрасили, конечно, ужас. Чё с твоими ногтями? Какой-то кошмар. Хотя находятся и такие люди бестактные, которые говорят, типа: ой, девушка, вам удобно с такими когтями? Да, конечно, кошмар. Как вы с ними ходите?
вот так вот ногтями пощелкайте в лицо и скажите: я вас не спрашивала. Все. Если вы можете сказать человеку, типа, блин, у вас такие классные волосы, блин, пишите это в интернете другим людям. Если вы не можете сказать человеку, капец, что у вас на башке, то писать это в интернете тоже не надо. Держу в курсе. Короче, я дочитала книгу «К себе нежно». Там в конце книги почти были задания на 30 дней. Делать я их, конечно, не собираюсь. Но я так их прочла быстренько, посмотрела, что там предлагается. Я, если честно, не фанат таких практик. Возможно, кому-то они покажутся полезными и хорошими. Но это не моя книжка, мне ее дали почитать. И я просто не хочу ее оставлять у себя на 30 дней, фотографировать задания, чтобы их потом выполнить. Ну, короче, как говорится, было бы желание. Книжка мне очень понравилась. Не могу сказать, что как-то мое мировоззрение сильно изменилось, потому что все, что я прочла в этой книге, я, в принципе, и так понимала, осознавала, но иногда нам нужно, чтобы кто-то нам подсказал с какими-то вещами, которые мы так понимаем, просто вот книга стала напоминанием этих вещей, поэтому буду прислушиваться к себе чуть больше, чем обычно, напомнила себе о каких-то вещах и почерпнула для себя какие-то новые интересные штуки. Вот с вами я, допустим, сегодня поделилась частью из них. И меня это натолкнуло на какие-то определенные размышления. В общем, книжка классная, мне очень понравилась, всем советую. Я пробовала ее слушать в аудиоформате, но мне или не понравилось, как девушка озвучивала, то есть голос ее или что-то еще, но аудиоформат этой книги мне не зашел. В Краснодаре 21 градус, а я в пальто. Не, ну ладно, скажу честно, что не так уж и жарко в 21. Для Краснодара это типично, точнее, нетипично, странно. А еще, я же сейчас сверхъестественное смотрю, я себя чувствую просто как Ксю. Боже, это, наверное, уже давно вышло из моды, но мне так насрать, что в моде сейчас еще нет. Я ношу всегда только то, что мне нравится. Так, ну, в общем, я постирала косметичку, она уже высохла. Сейчас буду протирать и возвращать все продукты назад в нее. Короче, все. Я все убрала, собрала, помыла, протерла. Теперь можно косметичку перемещать вниз. Все, супер, я мега довольна. Не знаю, когда мы уже повесим это зеркало и когда мне не нужно будет стоять раком, чтобы в него смотреться. Но я жду, что этот день однажды наступит. Эту маску я тоже хочу уже поскорее закончить. Не то, чтобы она мне не очень нравится, просто как-то я от нее не вижу особого толка, от этой маски. Не сказать, что она плохая. То есть я не люблю пользоваться продуктами, которые мне не нравятся. Я бы хотела от них избавляться. И стараюсь это делать как можно более экологичным способом. Там, перепродать, подарить кому-то, кто точно будет пользоваться. Но есть вот такие продукты и курьеры. Но есть такие продукты, которые не то чтобы плохие, чтобы их выбрасывать. Не настолько хорошие, чтобы кому-то отдавать. Ну, поэтому я такая, типа, ну, ладно. Поэтому я хочу ей допользоваться. Курьер привез молоко и кофе. Заказала молоко, потому что то, которое у нас было, испортилось. И кофе кончился. Лицо курьера просто нечто. Нужно было его видеть, в каком он был шоке, когда я открыла дверь. Я все еще жду, когда люди привыкнут к татуировкам, какими бы они ни были. Выгляжу бомбезно просто с этой маской.
В планах все... Просто здравствуй. Просто как дела? Пена вся растаяла. В планах сегодня читать книжку, лежать в кроватке и пить кофе. И неважно, как это влияет на мое похудение и все остальное. Главное, как это влияет на мое ментальное состояние. Потому что сегодня хочется лежать, ничего не делать, не убирать, ничем не заниматься. Возможно, часа через 3 я захочу что-то сделать. Сейчас я не хочу ничего делать, и я не буду себя за это винить. У меня большая проблема, которая идет из самого детства, когда мама начинала убираться, а я ничего не делала. Я себя чувствовала какой-то виноватой, потому что мне постоянно говорили, что я бездельница, лучше бы помогла, сижу херней занимаюсь. И заметила я за собой эту фигню, когда я предлагала ей свою помощь, она отказывалась. Но при этом, когда она убиралась где-то дома, а я при этом отдыхала, ничего не делала, занималась какими-то своими делами, я чувствовала огромную вину за то, что я бездельничаю, а она что-то делает. При том, что человек отказался от помощи, и у меня вот это вот какое-то осталось вот это вот червяк, там, который сидит такой, а что это мы ничего не делаем? Давай, давай, подъем, начинаем что-то делать. И неважно, устала я, после работы я, мне тяжело. Просто этот червяк сидит и клюет мне мозг и говорит, давай, что-то делай. Поэтому сейчас я с этим борюсь. И борюсь я как? Если я устала после работы, прихожу домой, дома бардак, я себе разрешаю не убираться. Я себе объясняю то, что Вика, ты устала, ты работала весь день, ты имеешь право на отдых. От того, что ты сейчас не уберешься, жопа у тебя не отвалится. Мир не лопнет, не рухнет, все будет в порядке, ты сделаешь это тогда, когда ты будешь в состоянии это сделать. Если на следующий день я снова работаю, естественно, я утром встаю, крашусь, собираюсь, иду на работу и вечером прихожу там бардак, и я не хочу снова убираться, мне сложно. Я говорю, Вика, у нас завтра выходной, завтра мы уберемся. Все, сегодня точно так же. Я думала пойти в спортзал, но из-за того, что это мой новый зал, и я хочу тренировку с тренером, чтобы он мне объяснил, показал, как чего, а он не может, и может только вот через 3 дня, когда у меня будет следующий выходной, я решила, что сегодня я буду отдыхать, и не буду ничего делать, и не буду себя за это винить. Я считаю, что я это заслужила, хотя мне не нравится слово «заслужила» вообще в целом. Мне можно. Я говорю, мне можно. Все. Мы идем пить кофе, мазаться масками, читать книжку и тупо отдыхать. И попрыгай, да, вот так вот ее и сфотографируй. Ну ты вставай, вставай, не боись. Он проломится, Не проломится, мы прыгаем с Германом вдвоем.